Приветствую вас и данное заболевание является психическим, является областью психиатрии. При наличии опасности со стороны такого человека назначается принудительная экспертиза, принудительная госпитализация, где ему в ее ходе, в ходе обследования ставят диагноз и назначают соответствующее лечение. Но обязательно нужно предъявить факт опасности или какие-то другие элементы, аспекты поведения, которые представляют угрозы, неудобства, дискомфорт окружающим этого человека людям. При наличии доказательств такого рода вы можете в судебном порядке лишить человека дееспособности и назначить ему опекуна, который и будет определять дальнейшее существование личности, дальнейшее существование человека. То есть основная проблема заключается в том, чтобы установить в достаточном для принудительной госпитализации обстоятельства поведения человека, характеризующие его как психически больного. И тогда у вас появится соответствующие возможности по нормализации своего положения, своей жизни, своего существования. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.